Это можно было бы рассматривать как выгодное развитие событий, если бы это было реалистично. Но, к сожалению, я не думаю, что Евразийский союз сегодня может стать той территорией, где будут соблюдаться принципы, необходимые для сотрудничества и мирного сосуществования Азербайджана и Армении. В силу того, что ни Россия, ни Евразийский союз в целом не обладают необходимыми ресурсами, чтобы на принципах равноправия и восприятия интересов друг друга строить отношения внутри этого евразийского пространства. Я думаю, могут быть две реакции. Первая реакция – это создание препятствий для подключения Азербайджана к процессам внутри Евразийского экономического союза. Другая реакция – отдаление самой Армении от этого объединения. В нынешней ситуации полагаю, что первый вариант более вероятен, но второй более логичен, исходя из того, что мы наблюдаем в последнее время.